Приветствую подписчиков и гостей канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас топ-5 лучшие недорогие шуруповерты, рейтинг бюджетных моделей. Ссылки на лучшие недорогие шуруповерты находятся в описании к данному видео. Ну а наш рейтинг возглавляет аккумуляторная дрель-шуруповерт калибр DA18A. Почему данный вариант? Ну, во-первых, напряжение аккумулятора у него составляет 18 вольт. У одноклассников за такую цену, да, трудно найти 18-вольтовые именно варианты. Далее идет хорошая сборка. То есть детали подогнаны, корпус сделан хорошо, удобная ручка, удобное расположение кнопок, плюс еще крутящий момент 29, ну и довольно серьезные возможности. То есть в комплекте идут два аккумулятора по 2 ампер-часа, ну и довольно-таки много функций. Плюс на холостых оборотах он работает очень неплохо и выдает 1400 оборотов в минуту. Нормальный, качественный, быстрозажимной патрон, и все это за 2880 рублей. Тут даже если и продавец скидки никакой не дает, все равно это один из лучших вариантов. Ну и нужно, правда, справедливости ради сказать, что данный вариант еще относительно новый на рынке, и пока люди не успели на него среагировать. Но думаю, что это ненадолго, поэтому поторопитесь приобрести очень хороший недорогой шуруповерт. Следующий вариант — это аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь DA14L2K72/14/20. В данном случае идет вариант 14.4, да, аккумулятор. Вообще он как бы дороже 3000 обычно стоит, но с учетом скидки, которая сейчас есть, 2897 рублей. Данный вариант тоже вполне приемлем, у него хороший крутящий момент до 30 доходящий, диаметр сверления дерева 25, металл 10, вес небольшой, кстати, в плане веса он даже выигрывает у нашего лидера, потому что вес идет 1,25 килограмма. Емкость аккумулятора, правда, меньше, 1,5 ампер-часа, но все равно работает достаточно долго, для бытовых целей его хватит точно, поэтому обратите внимание, 2897 рублей. Третье место у нас занимает аккумуляторная дрель-шуруповерт Кёльнер KCD18/2L. В общем-то, еще данный вариант считается диковинкой, хотя вот данный бренд он уже завоевал популярность, и вот конкретно на Яндекс.Маркете люди оставили аж 60 отзывов, в основном все положительные. То есть данный шуруповерт отличается идеальным расположением кнопок, у него очень качественный патрон, у него внешний вид достаточно интересный такой, плюс запасные биты есть, есть куда их складывать, да, тут на корпусе есть специальная выемка, плюс крепление есть на батарее, сама батарея идет достаточно качественно, в плане хорошо она и держит заряд, и проблем с ними обычно не бывает. Ну, то есть данный вариант однозначно стоит рассмотреть. При этом цена всего лишь 2232 рубля. При этом напряжение аккумулятора 18 вольт, крутящий момент 29, 1,3 вес и 2 ампер-часа аккумуляторы. То есть если брать конкретно позицию по аккумуляторам, то Кёльнер, в принципе, мог бы занять и первое место. Ну, а так только третье место, хотя, еще раз говорю, очень и очень достойный вариант. Четвертое место занимает шуруповерт Deco DKCD12FULI063 и так далее. Это уже простецкий бытовой такой вариант, 12-вольтовая батарея, но неплохой крутящий момент. Вес небольшой, аккумуляторы все-таки по 1,5 ампер-часа, да. Ну вот в данном случае в комплект входит только один аккумулятор. Ну, у некоторых продавцов там есть и запасные. 1780 рублей стоит он. Ну, данный вариант, сразу скажу, чисто для бытовых целей. То есть большие нагрузки он не выдерживает, бывает перегревается. Но, я еще раз говорю, смотря для каких целей использовать. Цена очень низкая, если вам нужно там 2-3 раза
раза что-то в квартире открутить, нет смысла покупать шуруповерт дороже. И завершает наш рейтинг тоже бытовой шуруповерт Верт CD22T. Это вариант уже вполне себе ближе к профессиональному, да, ну если вот сборку посмотреть, конечно, это бытовой вариант, но опять-таки вот по характеристикам есть заявка на профессиональный прибор. Что здесь есть? Во-первых, напряжение аккумулятора 20 вольт, крутящий момент 30, максимальный диаметр сверления, как у профессиональных инструментов, но емкость аккумулятора все-таки 1,5 ампер-часа. Поэтому до такого варианта он не дотягивает. Почему последнее место? Ну, качество сборки. Все в него упирается. То есть качество сборки, к сожалению, оставляет желать лучшего. В особенности специалисты нарекания сделали на подгон шестернями внутри. То есть там есть зазор, да, не совсем это хорошо. Хотя, опять-таки, в условиях запыленности он будет работать чуть-чуть получше, чем бытовые другие шуруповерты. 2900 рублей он стоит, ну и вполне себе хорошие отзывы заслужил. Ссылки на лучшие недорогие шуруповерты вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам доброго.